Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, почему не работает диспетчер задач. Нажимаю правой клавишей мыши по панели задач, и как видим, диспетчер задач не отображается. Что бы мы ни делали, ничего у нас не получится. Тут есть только один выход. Исправить ошибку, которая была внесена в редакторы реестра. Нажимаем на кнопку «Пуск». В поиск прописываем редактор реестра. Видим, уже окошко открылось. Нажимаем на эту вкладку «Редактор реестра». В поисковой строке, где написано «Компьютер», ставим «Флеш». Копируем ссылку, которая будет дана в описании видео. И ставим сюда. И нажимаем «Enter». Сразу получилась вот такая раскладка до необходимой папки. Как видим, здесь появился дополнительный раздел «System». Нажимаем на него и замечаем, что с правой стороны появилось дополнительное приложение. Двойным щелчком левой клавиши мыши нажимаем по нём. И видим, что здесь значение стоит единица. Меняем его на 0 и нажимаем «Ок» или «Enter». Давайте посмотрим, отображается ли окошко диспетчера задач и работает ли он. Нажимаю правой клавишей мыши по панели задач и видим, что отображается диспетчер задач. Нажимаем. Запустился диспетчер задач. Все исправно работает. Этот раздел можно и удалить, что я сейчас и сделаю. Нажимаю правой клавишей мыши по этому разделу. Удалить. Все, раздел удален, он не нужен здесь. Убедимся еще раз, работает ли диспетчер задач. Как видим, отображается диспетчер задач, запускаю его, и все исправно работает. Кто хочет получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на канал. Все своими руками. 36. До свидания.